На базе Тверского вагоностроительного завода проходит третий корпоративный чемпионат сварочных компетенций по международным стандартам World Skills. В состязаниях профессионалов свое мастерство демонстрируют электросварщики 7 предприятий Трансмашхолдинга, Тверского вагоностроительного завода, Коломенского завода, Брянского машиностроительного и других. Павел Сумеркин представляет на конкурсе Тверской вагоностроительный завод. За 13 лет работы он неоднократно принимал участие в конкурсах профессионального мастерства. Ведь это способ приобрести новый опыт, тем более сейчас, когда появляются новые техники сварки и новое оборудование. Без человека все равно никуда не уйти. Даже работая на роботах, все равно человек присутствует. И оператор, он должен знать и понимать даже, как работать на новом оборудовании. Попробуем. Почему нет? Для этого и нужно ходить на конкурсы, чтобы как-то и повысить свою квалификацию, и плюс еще самоутвердиться. В том, что профессия электросварщика требует умения работать не только руками, но и головой, уверен и участник от Брянского машиностроительного завода Владимир Маршалка. Он работает на производстве 15 лет. Приехав в Тверь, на конкурс сразу отметил достойных соперников. Но главное, участие в чемпионате дает возможность обменяться опытом и освоить совсем новые для себя навыки. Он занимался одним видом сварки, это полуавтоматические машины на них, а сейчас вот начал пробовать заниматься совсем другим, не плавящимся электродом, что здесь будет на конкурсе. То есть там уже так смотришь, она как какая-то художественная сварка, тоже интересно. То есть для себя это уже новый опыт получается. А здесь еще будет сварка алюминия, это вообще полностью для меня новое. Ну, будем пробовать. Все конкурсанты прошли серьезный отбор на своих предприятиях. Например, на Тверском вагоностроительном заводе трудятся более 900 сварщиков. Каждый работает в основном на одном виде сварки, например, на полуавтоматической. А на конкурсе представлено задание, где необходимо владеть 4 техниками, и нужно было найти такого кандидата, который сможет справиться со всеми заданиями. Конкурсное задание состоит у нас из 4 модулей. Соответственно, на 4 модуля у нас отведено 3 дня выполнения именно конкурсного задания. В первый день мы варим трубы, пластины в разных пространственных положениях. Модуль номер 2 – это сосуд, работающий под давлением. На него отводится самое большое время. Это самый весомый модуль именно по баллам. Третий модуль подразумевает сварку алюминия 4-й нержавеющей стали. Кто из конкурсантов сделает это максимально приближенно к стандартам World Skills, станет известно 15 октября. Как отмечает директор по управлению персоналом Тверского вагоностроительного завода Владимир Тарасов, у предприятия есть потребность в профессиональных сварщиках, а подобные конкурсы помогают их выявить. Мы осуществляем выпуск сложной продукции. Это пассажирские вагоны, это электропоезда, разные спецвагоны. И для создания такой сложной продукции необходим квалифицированный персонал, обладающий теми компетенциями, которые необходимы. Для выявления самых лучших и повышения качества нашего персонала предприятия проводят достаточно много конкурсов. Один из них сейчас – это участие в мировом чемпионате World Skills. Оценивать работу электросварщиков будет конкурсная комиссия, включающая экспертов из предприятий Трансмашхолдинга и независимых экспертов. Призеров корпоративного чемпионата ждут дипломы и премии, а победитель будет представлять Трансмашхолдинг на всероссийском конкурсе World Skills High Tech 2021, который состоится в Екатеринбурге в конце октября.